Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, и добро пожаловать в нашу новую серию троллинга Майнкрафт. И да, ребята, всем привет и большое спасибо за ваши лайки. Только благодаря вашим лайкам выходит эта серия, знаете об этом? Конечно, знаете. Если вы хотите больше серии троллинга, то обязательно прямо сейчас лепите огромный палец вверх на мой видос и на Жеки. Набираем по 15 тысяч лайков на двух видосах, и сразу же выходит новая серия троллинга. А если не выходит, если не набирает 15 тысяч лайков, то ничего не выйдет. Вот да. Поэтому и все. Куда мне ты поехала? Ты что, дурань? Пропиши кил. В общем, ребята, о чем будет моя карта в данной серии? Жека завел себе кота в Новосибе. И через недельку, даже меньше, чем через недельку, Жека полетит в Новосиб к родителям, к девушке и к котам. Увидеть своего нового кота. А кем будет его новый кот? Никто не знает. Никто не знает, и какой будет его новый кот, и что замышляет этот кот, это самое главное. Никто этого не знает, даже вы, даже Жека, и даже сам кот этого не знает. Но, ребята, обязательно еще раз помню, ставьте огромные пальцы вверх, и в первую очередь, кто не подписан на мой канал, прямо сейчас подписывайтесь. Самое главное, это всего лишь секунда времени, чтобы подписаться на канал, а кто уже подписан, обязательно жмякните на колокольчик, мне будет очень приятно. Поехали, я хочу пройти как можно быстрее карту Жеки, чтобы показать ему его нового кота, вот, у него дома. Поэтому погнали. Итак, Эдисон, ты готов? Да, я готов. Я тебя сейчас затроллю, вот спорю, а что ты затроллю? Ну хорошо, давай. У тебя, прыщ торчит. Кто у меня торчит? Затроллю, ха-ха-ха-ха! Хорошо, давай приступим к нормальному троллингу, давай. Давай, да это нормально было, на самом деле, там не лучше. Ну ладно, Эдисон, заходи на мою карту, проходи, не проживай, проходи. Ну ты себя сам как-то затроллил, я даже ничего не делал. Я тебя затроллю, чтобы показать, что я себя не затроллил, тем самым затроллил, понимаешь? Так, ты прохните меня, Евгений. Слишком сложно, Эдисон. Слишком сложно. Давай, иди на мою карту, ну господи, помилуй. Эдисон, короче, смотри, тут такое дело. Ну, тут такое дело, то что... Ты попал на Луну, понимаешь? На Луну. Лунтик, я родился! Нет, не ты родился, Эдисон, ты попал на Луну к Лунтику, понимаешь? Я попал! Да? Да, ты попал. Да, я попал. Да твою... Ну. Вот, смотри, в общем, тут такое дело. Тут живет Лунтик, вот, и тебе нужно как-то... Ты что, с ума за это что было сейчас? Это вот было, на самом деле, очень страшная вещь. Так, хорошо. Луна, тут гравитация, понимаешь? Объясни мне, что тут происходит. Подожди, ты попал на Луну, тебе нужно попасть на Землю. Все, тут живет Лунтик, ты к Лунтику лучше попади, он тебе подскажет, я думаю. Вот, Эдисон, да. Ой-ой-ой-ой. Я думал, на землю так можно попасть. Ой-о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 й-
лава тут умерла. Лава, лава! Потушись, потушись, водичка, водичка! Опа, ой! Так, хреново, водичка на луне, я это запомню, я это запомню. Ты это запомни, это запомни это. Водичка. А, чё, тут ничего нету, если чё. Да, ну это все магия. Магия троллинга, смотри, следи за руками, следи. Следи, смотришь? Смотри. Кто-то что-то не продумал. Все продумано, Эдисон, все продумано. Смотри, как-то очень быстро. Как ты вообще понял, что сюда нужно тыкнуть? Попробуй. Ну потому что блок выделяется, тут все вот эти, а та-та-там. А ты прям вот такой вот внимательный. Я такой внимательный, это я заметил, Евгений. Лунтик! Он родился! Смотри. Привет, Лунтик. Тут, короче, есть нажимная плита, которая тебя телепортирует к ракете, чтобы ты отправился на землю. А рычаг мне зачем? Не знаю. Я еще один возьму на всякий случай. Еще 10. Ты можешь оставить только на красную шерсть. Я 20 уже взял, так хорошо. Да, только на красную шерсть. Хэ, иди домой к мэру Кейт, она на землю тупо отправила. Я родился! Так, Эдисон, ты смотри, ты нашел ракету, которая отправит тебя на землю. Понимаешь? Ты должен поставить. Только подожди. Смотри, за секундочку. Где я? Я не знаю, где ты, Эдисон. Давай я тебя себе тпшну, чтобы. Тут, как бы, понимаешь, путешествие. Ты должен встать на этот красный блок и нажать. Под себя, ну, только на рычаг, понимаешь? Тут вначале должен встать на красный блок, понимаешь, на красный. А ты меня видишь? Подожди. Я понимаю, да, ты можешь встать вот сюда и не трыгаться. Вот, и нажать на рычаг. Что ты делаешь? Я не могу. Дебил, ебешь. А как ты это делаешь, вопрос?
А, ты типа ложишься или что? Где я вообще, мне такое? Почему ты ложишься? Ну ладно, ты можешь полежать и тут, я как бы пошел, ладно, давай я рычаг-то сломаю. Не-не-не-не-не-не-не-не. А у тебя у меня еще 20, поэтому нормально. Ну что, мы отправляемся, Евгений? Да, давай, давай, обратно на землю, обратно на землю. Надо свет потушить. Давай, давай, Дис. Ну. Мне кажется, вряд ли. Ну ладно, получилось, получилось. Давай, я тебе помогу, поднимай. Давай, давай, давай. Все, у нас тут будет уютненькая атмосферочка. Я тебя затроллю. Открой, не хочу я уютненькую атмосферочку. Открой обратно, открой. Вы, у меня клаустрофобия. Смотри, у тебя есть как бы выбор. Ты можешь остаться на Луне или отправиться на Землю. На Землю, поехали, Евгений. Поехали, только да. Нужно встать на красный блок. Встать на него нужно. Встал. Понимаешь? Я встал. Нажимай. Все встало, не беспокойся, все работает. Да, нажимай. Ой-ой-ой! Летим! Ёханый бабай, это, конечно, ваш фэ было. Это так. Вообще было. Эдисон, короче. Такая проблемка небольшая возникла. Такая маленькая проблемка. Вот как ты думаешь, что произошло? В принципе, все очень даже логично. Ну все нормально, я был на Луне, с Луны упал на Землю. Я родился, можно вот так сказать. А ты уверен, что ты попал на Землю? А хрен его знает. Да, я куда-то падал. Вот у нас, знаешь, сверху, вот видишь, там Луна. Мне тут кое-кто сказал, подожди, сейчас послушаем. Это не Земля. Это не Земля? Это Марс. А знаешь, что такое? Что это? Это планета, которая называется Тара-та-та! Тара-та-та! Да! Мой родной дом! И наконец-то я дома, да! Это твой родной дом, но знаешь, здесь живут не люди. Не люди, понятно. Понятно то, что те, кто говорят тара-та-та, они в принципе не люди. По существу. Да, да, да. И понимаешь, эти тара-та-та, они тут не люди, они тара-та-тянчики. Тара-та-тянчики, ага. Да, и знаешь, что любят делать тара-та-тянчики? Тара-та-такать. Они любят делать тыр-тыр-тыр. Вот именно так они любят делать! Братья, сестры, как я соскучился! Вот и бери свои тара-та-тянди, а я пошел на твой карт. Сюжет просто гениальный. Гениально, я согласен. Это я признаюсь тебе, это не я придумал. Это придумала наша подписчица, ты понимаешь? Подписчица, ты прям молодец. И с тобой потом тыр-тыр-тыр. Подписчица прям, ты гений. Нобелевскую премию подпишите. Пойдем. Что, Евгений? Пошли. Давай, пойдем. Иди сюда, стой на входе. Ничего не трогай, С бабкой Зиной поздоровайся. Хорошо, одноглазая. Я же сказал просто поздоровайся, а не матершая. Откуда я знаю, дружелюбная? Она вообще-то не это, не Зина, она Ахдранус. Ахдранус. Тебе лучше знать, потому что это твой дом, и это твой двор и твой дом, понимаешь, ты тут живешь. Поставь спанпоинт поставь. Знаешь, куда ты приехал? Твои догадки. Ну, к себе домой, на дачу какую-то. Нет, это Новосиб. Ты уже Новосиб. Нет, это не Новосиб. Это в моем представлении Новосиб. Давай с этого начнем, хорошо? Хорошо. Это все же Новосиб. Ты отправился в Новосиб, потому что... Почему? Потому что, кто-то знает, кто-то не знает, Жека купили нового кота, да? Кота нового. Да. Кота нового. Зидан называется вроде, да? Зидан. Зидан. Вот. И тебе надо попасть домой, потому что такой Зидан! Типа, ты хочешь его уже обнять, типа, познакомиться, и одно, другое, 35-е. Ага. Вот. Поэтому давай, это твой дом, это твой двор, это твои двери, тебе надо как-то сюда попасть. Хорошо. Так, я уже вижу тут что-то кнопочку. Но тут трава, я могу... Ай, бабка Марианна, какая-то слишком... Я могу траву сломать, потому что я через нее нажать не могу. Можешь, там можно все нажать. Вот. Под... Через траву можно? Да, под... Там бабка Зина сзади стоит, я... Ой, мама дорогая, я почти выжил. Под хорошим углом можно везде попасть и куда хочешь попасть. Хорошо, можно, то есть это не надо, да? Я откуда знаю, Шака, мне вообще, на самом деле, честно... Где Зидан, ёкарный бабай, почему я лазю по каким-то ящикам, где, мать твою, Зидан? Откровенно тебе скажу, мне посрать. Я решил за тобой поплавать. Это твой двор. Ты все знаешь, что тут как происходит, понимаешь? Не, так че. Включи геймод 2, пожалуйста, геймод 2. А какая разница, все равно смогу ломать все штуки. Или нет? Да. Да мне без разницы, просто геймод 2 включи, вот, молодец. Хорошо. Так, тут какие-то вот странные деревья.
Бабка Анастасия! Ну да, какая-то слишком тоже жестокая. Это вообще, конечно, нападло. А что там? Ать, куда-то упал. Куда-то упал, да. Ну ты молодец, ты правильно направление движешься, наверное. Так, тут есть не... Ага. Так, подожди, тут... Мастерство паркура, мастерство паркура. Тут я на самом деле кое-что забыл сделать, но сейчас меня будешь... Да я знаю, ты не включил на фаст. Ты не предупреждал. Ну, ты не предупреждал. Хорошо. Так уж и быть. Да, спасибо. Лучше бы я включил на фаст, лучше бы я включил на фаст. Да не за что. В общем, поздоровайся еще с бабкой Марусей. Бабка Маруся, здрасте. Спасибо. Твою мать, подожди, ну то есть, если я попаду в эту воду, я умру, и если я пройду мимо этих... Да, спасибо. Так, ты еще не познакомился с бабкой Марусей, с бабкой... Нет, я не хочу с ними здороваться, они мне не... Бабка Кирилла, я не знаю, почему Кирилл зовут... Я сам не понял. Опа, я как-то пробежал, я не знаю как, подожди, тут надо как-то открыть. Эшкале! Так, да, там ничего нету. Ничего нет. А может есть? В этом новом Security Craft'е нету страшных звуков. Там ничего нету, да. Страшных звуков, да падаешь в воду. Я на самом деле, Жека, я тебе дал бы подсказку, но я сам не знаю, как тебе домой пробраться. То есть никак нельзя пробраться домой. Откуда я нахрен знаю? Это твой город, твой двор и твой дом. Ты мне скажи, как тебе домой пробраться. Я не знаю. Понимаешь? Хорошо, если это мой дом, то тут, наверное, должны быть ключики на двери, мне кажется. Ну, это троллинг, это нелогично. Это нелогично. Короче, хорошо, ты уже ищешь 4 минуты, так уж и быть. Я сам не знаю. А, я вижу, тут еще сундуки. А, хорошо. Не-не-не, давай говори. Нет, это... Ты же за 5 ТП-шь куда-нибудь? Нет, это поищи сундуки. Да, сейчас мне опять ТП-шь нет. Ты сюда забыл пойти, вот куда тебе надо. Все, да, я знаю, что у меня там ТП-шник. Давай, как куда мне? Домой тебе надо, домой сюда пойти. Да я понимаю, что мне домой надо, как мне дверь открыть? Я это откуда знаю? Твои двери, твой город, Новосиб! Ты не начал говорить, если б я не стал... Да не знаю, как, наверное, вот так, иди сюда. Не знаю, как я пройти, проходи, откуда я знаю, как в твоем городе тебе домой зайти? Ты, конечно, дебил, Жека, честное слово. Ты молодец. Я понимаю, ну ты, так, конечно, люди обещали, мамка обещала твоя, то, что Зидан скоро придет. Где Зидан? Он на прогулке, но ты пока поспи. Какой прогулки? Я как коты не гуляю. А вот это твой новый кот, откуда ты знаешь? Может, новый кот гуляет? Давай с это, закрывай глазки. Котик где-то ходит, Хрен его знает, да на самом деле, где твой котик ходит. Вот, но я не знаю. Мяу! Мать твою, Жека, вставай! Почисти яички почушай. Можно мне обратно в Питер? Я разочаровал. Зидан, это я, Зидан! Здрасте, брат. Ты не должен быть толстым, ты должен быть худеньким и черненьким. Ну пока тебя не было, я тут жирный как пельмень стал. Поэтому все. Жирный как пельмень. Ну. Мы должны с тобой снимать видео. Какое видео? Пузо чешешь? Пузо. Вот хорошо, если я буду снимать... А ты вообще... А ну тебе посрать, что твой кот разговаривает. Ну мне тоже посрать. Я вообще псих, я тебе так... Не, на самом деле меня немножко напрягает, у меня просто слов нету. Типа, блин, какое-то такое. Куда? С нашим котом не так, вот. Куда залезть? На ковер залез. Не надо. На ковре полежу, кохи поточу об диван. Ай! Сломал случайно, не важно. Вазу разбью, а ну мамка ругать не будет. Зидан, все. А где еще два кота, я не понял, Зидана, куда ты их сделал? А я их съел! Че ты вообще жирный как пельмень, за чего? Двух котов съел. Почеши пузо. Пузо почеши. Ты такая, не буду тебя читать пузо, ты съел моих двух котов. Да я еще и тебя съем, поэтому чеши. Где ты все пошел? Пузо чеши! Где тут выход? Все свое. Кота не дошучу, я никого не ел. Я их в окно выбросил. Все нормально. Как это выйти, ты мне уже скажи! Ты чё, это твой дом, как тебе выйти? Зачем тебе выходить? Не надо тебе выходить! Я не хочу здесь с тобой оставаться, мне хочется домой. То есть, ты меня не любишь, своего кота Зидана не любишь, я тогда убегу от тебя, прощай, пока!
Пока! Какие нахрен собаки? Почему они меня зовут, а не тебя? Да, да. Давайте, давайте пельмени жрите. Ты что, думал, я тебя убежу, у тебя пузо почешу, пузо почешу. Ой, собаки, вылетятся. Ты пешнись, Евгений, ты пешнись, ты пешнись. Хорошо, Зидан, так уж и быть. Теперь спаунполь поставь, спаунполь. Но я тебя не люблю, я тебя убегу, я тебя убегу. Не друг ты мне больше, не друг ты мне больше, не друг. Откуда, Зидан? Куда забраться, надеюсь. Я вижу, блин, куда мне тут забираться, это странные собаки. Ненавижу собак, пошли в жопу. Ах ты ж, ненавидит он собак, посмотрите на него. Собаку он ненавидит. Ты же тоже кот, ты должен ненавидеть собак. Я люблю собак, мои друзья. Ты думаешь, кто мне помог твоих двух котов сожрать? Мне именно эти не нравятся. А ну стой, так хватит меня бить, Зидан, сакры. Ты меня обидел. Дального человека бьешь. Ты меня обидел, паскуда. Ты меня... Ну хорошо, забирайся сюда. Ну ты смотри, если ты меня будешь обижать, то... Ты меня и так обидел, на самом деле. Вот ты меня обидел. Я не знаю, что будет. Да и супчик-мадрюпчик, ну ёкарный баба. А, пузо опять заболело. Почешите кто-то, почешите. Эти собаки, конечно, вообще такие собаки. Сдохните, мать твою. Ай-яй-яй-яй-яй. Вкусные коты были какие-то. Да я не могу, даже Барсик меня сталкивает. Барсик. Был, да, головку поразминаем. Налево, направо, пока этот куда-то там умирать. Налево, направо. Нормально, нормально. Да. Если бы мой вот этот хозяин еще додумался, то что когда один блок выделяется, то... Но я от тебя убегу! Я от тебя убегу! Не, друг, ты... Куда ты лезешь? Ну вот ты дебил, конечно. А, тут нельзя залезть. Зачем я тогда это я делаю? Я не знаю, это троллинг вообще. Один блок у него выделяется, блин. Я собаки кусают постоянно. Я тут еще блоки замечать, какие выделяются. Ты меня обидел, поэтому я утоплюсь в бассейне. Я утоплюсь в бассейне. Ай, нет, нет. Жека, я падать не умею. Нет, давай сюда, сюда. Да на кнопочку нажми. О, спасибо, что меня спас, Евгений. Спасибо, что меня спас. Ой, спасибо тебе, Жека. Жека, вылезай, можешь вылезать. Вылезай из бассейна, вылезай. В принципе, ну. Ах, вылезай из бассейна. Нет, Жека! Жека, ты что, дурак? Спрячь. Я понимаю, то, что ты меня спас. Да, я хотел утопиться, но не... А, ну понятно. Жека, убери вот это. Ну просто высшие силы на невидимость наложили, это не я. В смысле, ты вот ты передо мной стоишь, вот ты передо мной стоишь. Ну в смысле, вот развесил свой шланг вот тут. Убери! Убери! А хотя... Это не я! Это какая-то статуя, это не я, меня подставили. Зидан, не Эдисон! Эдисон! Все по плану, все по плану пошло! Эдисон! Что ты думал? Я тебя так просто отпущу с тем, что у меня есть твои... Эдисон! Это что ты думал? Что ты думал? Зидан такой... Понятно, то есть ты Зидан в говоре с Эдисоном, понятно. Что ты думал? Зидан, ты предатель, конечно, я что могу сказать. Я камень правильно. Ой, не знаю, ну хотя нравится, я случайно, честно. Так, я тебя слушаю, я тебя внимательно слушаю, что ты мне еще скажешь? Плохой кот, плохой фут. Кто это тебя такому научил? Это все Эдисон проклятие научил, все понятно. Как мне нафиг разница, он мне рыбу дал, я согласился. Он мне рассказал то, что ему компромат на тебя нужен, фоточки. У меня есть на тебя компромат, так не переживай. Вот я ему помог. А ты кто вообще такой? Вот Евгений настоящий со шлангом стоит. Нет, вот я уже стал видимым, это не я. У меня прям башка заболела. Это все жирный как пельмень, на нас плохо влияет. Жирный как пельмень. Все, хватит, плохо у нас влияет, ребята. Ой, ну мне кажется, на этом можно заканчивать. Пожалуй. Ребят, ставьте огромный палец вверх на наш видос, на два видоса. Набираем по 15 тысяч лайков, мы обещаем то, что выйдет следующая серия троллинга. Все, хватит смеяться, надо остановиться. 15 тысяч лайков, да.
Ребята, мне кажется, реально, за такую серию грех не поставить лайк, понимаете? Грех. И нужно также еще подписаться на наш инстаграм. Это тоже очень важно. Это обязательно. Ссылки будут в описании. Обязательно подписывайтесь, ребята. Спасибо вам всем за просмотр. Всем удачи и всем пока. До свидания.